мы долгое время вместе ходили на бальные танцы. В общем, были пары. А я и друг, и соратник, и подруга. Ну, опять же, сподвигает меня на всякие вот эти вот действия. Короче, я инициатор, он исполнитель. То есть... Генератор идей. Коня мне пришел через жену. Мечником я стал через жену. Она этим не занимается, но меня туда направила. А у меня сфера банковская пришла тоже через мужа. Благодаря ему это стало моей второй профессией. 17 лет я проработала в банках, и тоже благодаря ему. Ну и кроме того, он очень надежный, он очень добрый, он очень верный, он мужчина, настоящий. Семейная жизнь – это не спринтерский забег, это марафонский забег. На этом пути может быть всякое. Мы устаем, мы ссоримся, мы скандалим, мы можем как бы любить друг друга и тут же разругаться, но потом… Вот пройдя через какие-то жизненные испытания, спустя время, это не притирание, это именно любовь, она становится другой. Это не конфетно-букетный период, это уважение, любовь и понимание, и желание сделать, чтобы другой был счастлив. И когда это чувство взаимно, то есть я не устаю от своего мужа, мне не скучно с ним, мы можем сидеть молчать, и при этом нам будет комфортно вместе. И при этом сидеть молчать, да, и нам не будет скучно, нам будет интересно друг с другом. И я считаю, что люди должны развиваться. Когда люди застаиваются, это болото. А когда у нас есть разносторонние интересы, и при этом у каждого и свои, и совместные, и мы вместе, нам интересно. Мы растем, мы продолжаем в чем-то совершенствоваться.